Надежное газоснабжение в 12 регионах Сибири и Дальнего Востока – это самый главный итог работы компании «Газпром Трансгаз Томск» в уходящем году. Каким был 2013-й для восточного форпоста «Газпрома», рассказал генеральный директор газотранспортного предприятия Анатолий Титов. Более 17 миллиардов кубометров газа транспортировала компания за 11 месяцев этого года. Этого объема достаточно, чтобы в течение года обеспечивать газом небольшое европейское государство. Впрочем, география работ предприятия больше. От Нижневартовска до Горно-Алтайска и от Омска до Камчатки. Надежность транспортировки метана обеспечивается ежегодными ремонтами магистралей, мощной системой электрохимической защиты газопровода и высокотехнологичным оборудованием. Осенью был проведен крупнейший за последнее время ремонт магистрального газопровода в Новосибирской и Омской областях. Всего же в этом году заменили около 90 километров трубопроводов и 5 подводных переходов. Мы в этом году вводим 5-ю компрессорную, на 2014 году мы завершаем полностью реконструкцию. И у нас все компрессоры, 9 компрессорных станций, которые мы сегодня эксплуатируем, они будут модернизированы, соответствовать всем требованиям по автоматизации, то есть по минимизации присутствия человека. 2013-й объявлен в компании годом инноваций. В его рамках, в том числе, осуществляются совместные наукоемкие разработки специалистов компании с томскими учеными и конструкторами. Газовики уже активно используют продукцию сибирских производителей. Я считаю, что одна из таких серьезных программ – это подписание дорожной карты со стороны «Газпрома», со стороны Томской области. И сегодня промышленность Томской области вовлекается в работу по поставке оборудования для объектов «Газпрома». 2013-й стал новым этапом в осуществлении восточной газовой программы. Компании поручено создание газотранспортной системы «Якутия-Хабаровск-Владивосток». Во всех регионах реализуются благотворительные проекты. Так, программа оснащения школьных столовых Томской области современным кухонным оборудованием получила свое продолжение на Камчатке и в Приморье. Ширится территория деятельности, растет количество производственных объектов. Прошедший год доказал, «Газпром Трансгаз Томск» – надежное звено в общей системе «Газпрома».